Так, я с ангаров, короче. На первом этаже рисаются. Возможно. Нет, не рисаются, ты друга убил. Хрена челы, блин, живут. Вообще забей. С третьего бёрста только умер, чувак. А где еще видел врагов где-то? А, в домике вот там. Там есть. Понял, он перебегает в сортир. Дал ему хит один. Дай ему больше, он заслуживает. Ща. Так, то есть я на крышу пополз, да, раз он в сортире? Друг сверху его. На кинжалах с головой. Снизу его друга нокнул, и это его друг. Он очень каленый. Понял тебя. Он там типа с башкой или что-то такое. А где он, за сортиром? Сортир, да, он прям в сортире, он, я его держу. Смотри его тогда, я сейчас ему согрею. Давай. Не, он, по-моему, убежал. Нет, там он в сортире, кто-то... он в сортире. Чё нахрен передержал? Так что они так быстро взрываться у меня стали? Спасибо, что... Бело, да? Да, спасибо, что дверь мне открыл. А я, по-моему, еще кого-то в доме слышал. Чё-то забей, у меня последнее время с таймингом какие-то проблемы. Я так себя недавно взорвал нахрен гранату. Я, кстати, тоже себе недавно не докидываю гранату, еще чё-то. Нет, я вот именно тупо их передерживать что-то стал. Сейчас какие-то внутренние часы у меня тупо поломались, короче. Ну так если ты передерживаешь, она и тебе не долетает. Она взрывается в воздухе, я вот об этом. Ну это да. Не, ну не так часто такое бывает, конечно, но вот один раз она у меня в хлебале прям взорвалась. Когда там топчик мог быть нормальный. Я еще такой с МКшкой заряженный, все, короче. Бумс. По минус лицо. Понял, тупо бумс. Тупо бумс. Тупо бумс. Ты просто тупо бумс сделал. Угу. Да, модника убил. Так, а у нас получается... Правые ангары вообще не лутанные, что ли? Вот чтобы Хабиба изначально против Тони стояли. Так их ставили. Три раза не могут подраться. Они три раза не смогут. Я тебе Димаськин привет передал. Димаськин. Блин, брать не брать. Оружие говна это. Ладно, возьму что ли. Что-то мемку найду. Компенс, что компенс? Кстати, броник чуть больше половины хп тут у меня. Эй, есть. У него операция на ноге была недавно. Да, он что там, на колени, блядь. Let's go. Там, кстати, скар был, если надо тебе. Целых две штуки. Компенс пропустил. Вот единственный человек, который написал, где компенс был, хотя бы примерно. А так просто компенс. Ну и что компенс? Если я его пропустил, и того, что мне напишут компенс, мне что, теперь все перелутывать? Напишите тогда сразу, типа, где вы его видели? Ну, камон, ребят.
Матч, давай ебаш без лишних вопросов. В смысле? Ты все равно не вернулся за ним, поздно уже было. Лучше поставил Фергюсон Диас. Ты думаешь, они бы стойки дрались с Диасом? Спасибо. Люди. Едет. Не добивай пока. А, это не его друзья едут. Лол, он тут один. Mm-hmm. Тут две тачки проехал, тут две тачки проехало. Одна заехала на шелтер, а другая уехала направо. Это не его друзья. Понял. Я смотрю, может, с молочки друг побежит. Нет, что-то никого. Ну на нет и что сюда дают? Нет. Блять, ну ты серьезно? Да. Блин, только хотел взять. Ну, ладно. Ладно, ты и так много взял. У меня 0 аптек, кстати. У тебя есть аптеки? Да, у меня 5. Меняю на рукоятку. Не, не катит. СР-ку хочу. Чел на горизонте 300. Друг, походу, у этого. Блять, у меня не заряжено было. Да ты издеваешься, ёпта. Ну я до этого два ему дал. Не, ну в смысле, слышь, я в него стреляю. Да я не тебе это сказал. Это, в смысле, я в него стреляю, а нихера в него не попадает. Он тебя не услышит так далеко. У него типа, знаешь, я ему все плечи расцарапал, блядь, своими выстрелами. Ну там чел цебень, на самом деле, ФКшник какой-то. Скажи Булзику. Пони Бро пишет, скажи Булзику, что он играет хуже тебя. Был, что ему ответить? Ну, так так и есть. Он абсолютно прав. Я могу в него плюнуть, хочешь? Не. Не хочешь? Это же пони, да еще и бро. Братишка пони. Понял. Вау, эмочка. Атлончик, Атлончик, спасибо тебе, дружище, огромное. Спасибо за саб. Откидывайся на спин кресла и кайфуй. Ты от души. Красиво.
Угу. Ну что, интересно. На канале сабдей бывает, не? Макатай, нам тут челлендж предлагают, но он такой, типа, один раз на миллион, типа, можно его выполнить. И Леха Альпинист тебе еще привет передал. Лехе привет, вот здесь тачка. В чем суть? Вот, короче, челлендж дают. Три топа подряд нужно взять. При этом набить 50 киллов. За эти три катки. Там, наверное, по 20 тысяч каждому. По 5 тысяч каждому. Ну, типа, это я говорю, это типа... Нереально. Один на миллион. Это надо агриться на всех типов, убивать их и при этом еще три типа подряд взять. Можно кастомку... Ну, звучит как... Можно кастомку создать зомби-модом, где мы будем людьми, а против нас зомби. За одну катку полтинник набьем. Тогда да. У тебя бустов много? Звучит как хуйня, как бы. Вот бустов много у тебя? Шесть маленьких. Ладно, потом ты отдашь по их. То у меня бустов нету, надо... Сейчас я последний выжираю и... Потом дашь. Макатай, тебе тигр еще привет передал. И тигр 001. Мобертан, тигр! Каждый день тигр! Зашел в магазин, труса, купил магазин, тигр! Что-то херня. Трек. Такие песенки слушаешь? Да. Понятно. Че тебя не прет-то в последнее время? Павги. Ну, короче, со следующей катки челлендж попробуем, но, типа, нет так нет. Да. Ну, давай. Право какие-то взрывы. Тачка перевернута. Видишь, чел? Нет. Ах ты! Успел дожрать. Так ты не по тому стрелять начал вначале. А тех они убили, да? Я не знаю. Вроде да. Блин, в ног этого пытаюсь дожрать, смотрю, Макатай уже по-живому лупит. Что ты делаешь нахрен? Да, надо успеть добить. Вот тут бустики цепляй. Я думал, тачка укатится. Тачки, кстати, вообще уебанские стали максимально. Они укатываются всегда, вообще при любом удобном случае, а он просто укатывается. Ну, бывает, да. Не всегда, конечно. Да, да я просто всегда. На ручник постоянно ставить все. А есть какая-то отдельная кнопка для ручника? Пробел. Компенс в челике. Ох, тьфу, блядь. О, коряк. Вертикалка, ок. А на компенс я плевал. Так, бинт один докручиваю, и все, я уезжаю. Блять. Вот откуда этот гусь шьет? Не знаю. Надо просто сесть и уехать. Так я уже сел, собирался уезжать. Тут что-то притормозил, тебя смотрю, и бах, мне влетает в ебучку. Блин, у меня один бинт, короче. Бивает, бивает. Блин, я не увел маг, ничего, короче, из этого гуся тупого не взял. А чё ты там долго так стоял, его облизывал? Так я карик там скинул то, обвесы там, туда-сюда. С каких пор на это надо столько времени? Так, давай, не умничай. А ладно, извини.
Почти. На изводишься. Все, ты не выйдешь уже. Так, пошли пешком. Доехали бы там. Ты что, давай садись. Бля, меня сейчас, если опять попадут из-за тебя, я буду злой. Откуда в тебя тут попадут? Кто в тебя попадет? На выходе в меня попадут. Добегу быстрее, блин. Сейчас ты смотри, чекай, заезжаешь туда, тебя там крысёныш ждет какой-нибудь. Удачи добежать, сынок. Я меткий дзывай. Опа. Я этого гусяра не вижу даже. С тюрьмы стреляет. Да гребаные кусты нахрен. Там АКТ один, если что. Не прошел там. Поныкались все в итоге. К тебе бегу. Ты их убили, да, я так понял? Боже мой, блядь. Ты шо, тигр лев, что ли? Да тут что-то какое-то недоразумение, блядь, произошло. Ауч. Во-во. Да капец, зона опять в заднице. Надо бежать, шевелить ножки. У них может было что-то? Да пусти. У них тачка есть. Поехали. Нет, не выйду, наверное. Какие у тебя наушники? У меня Logitech G Pro X. Лучшие наушники в мире. Да. Блин, у меня смоков нет. У меня три. Папич, ты три, чел. Он нахер с ним пикаться. Сколько киллов? Пять. Так я так понимаю, со следующей катки, наверное, не с этой. Ну, если, если мы побеждаем, то с этой. Вот так через нас прям походу едет. Нет, в гору уехали. Чел упорь у меня. Патроны вовремя кончились, блин. У него что, была гроза? Гроза.
Будешь брать, бери, если хочешь. Не взял. Да нет, здесь такой рельеф, что ледяная гроза не нужна. Ты смоки взял? Нет, кстати. Да забей меня, что-то уже вообще плавит, я что-то туплю. Чувак, 5000 на кону. Окей. Да пошел ты, урод. Я тебе сразу смог даю. А ты видел откуда? Сейчас. Не знаю. Нет. С китката, наверное. Опять не понял ни хрена откуда. Го. Бля. Выйди сейчас с этого с гаража. У меня все в решетку ушло, тупо все в решетку. Удачи, сынок, блядь. Что-то там стрелял-то. Вижу. 75 двое. Где еще один? Правее куда-то уходил, в ЛГшку. Сейчас пойдет резать его, наверное. Дал ему по башке. За деревом, смока где-то. Все, кончился он. А, убил, хорош. А, 210, чувак. Не вижу, как далеко. ЛГХ. Устроит разрыв. Там где-то был. Он будет нас закрывать по-любому. Забор разбил. Уже думал. Что будет? Закрывать нас потом по-любому. Если только ему там сейчас прикурить не дают. Так, писю ему. Писю? Да. Так у тебя нет никого? Я тогда прошел бы. Нет, вроде. Вот справа как бы не было в болоте. МКшка откуда-то 250 стреляла далеко. С центра зоны откуда-то. А к тебе иду. Вот он здесь типа за холмом был. Угу. Вижу. Все. Ты за гидрук. Как он не дожрался сейчас? Го, фулл буст и пошли направо. Let's go.
Перед нами на холме, да? Там будка есть, там будка есть. Но бля, будка не в зоне. У меня сейчас будут прокидывать грены. По тебе? Угу. Лево кручу их. Лево нокнул за камнем. Друг у будки, по-моему. Хорошо. 11. 8. GG. Вот типа 19. Еще типа две такие кашки надо сделать.